Всем большой привет, дорогие друзья! С вами Раиль Арсланов и добро пожаловать в хижину музыканта! Сегодня разберем по вашим многочисленным просьбам песню группы «Серебро» «Сломано». Гитарная версия данной песни. Целиком на гитаре будем ее исполнять и петь. Правильных аккордов в сети я еще не встретил, так что данный разбор, думаю, будет самым полезным для вас. Но прежде чем приступим к разбору, дорогие друзья, хочу толкнуть небольшую спич. Да. Кто сказал, что занятия на гитаре должны быть скучными? Вот я такого не говорил. И Михаил Безобразие тоже не говорил. А при чем тут Михаил? А дело в том, что я хочу вам посоветовать еще один хороший гитарный канал. Канал называется «Канал Михаила Безобразия». Три раза повторил Ашка. Друзья, подписывайтесь на его канал, и вы сможете окунуться в атмосферу ненавязчивого гитарного беспредела. На канале сможете найти подробные и довольно доступные разборы самых топовых песен. Сможете послушать каверы, исполненные самыми профессиональными музыкантами. Да и черт с ним, даже вот эти самые разборы у Михаила вы сможете смотреть как сериалы. Не учить, а просто смотреть. Как вы знаете, все ссылки можно найти в описании под видео. Смотрите, заходите и подписывайтесь. А мы начинаем разбор песни. На расстоянии я не увижу, но я пытаюсь все изменить. Где-то ответы, но задыхаюсь. Нашу любовь мне не переплыть. Еще один день, и я не закричала на рассвете, что нет тебя. Но еще один день, и я знаю причалы. Ребята, кусочек исполнил для вас. Давайте приступим к разбору. В этой песне имеются несколько порядков аккордов. Да, аккорды те же самые, но вот порядок очень часто меняется. Куплет, припев, проигрыш, все на разных аккордах. Давайте посмотрим. Главная тональность, конечно же, сейчас все песни пишутся в этой тональности. До минор, CM, третий лад, нижняя посадка. Вот. Окей. Следующий аккорд ми бемоль мажор. Шестой лад, средняя посадка. Аккорд формы А, то есть если убирается указательный палец, будет аккорд А. Сюда его ставим и указательный добавляем, будет ми бемоль мажор. Следующий аккорд соль минор, GM. Также третий лад, верхняя посадка без фака. Молодцы. Следующий аккорд си бемоль мажор. Так, это получается шестой лад. Аккорд формы Е. То есть вот, Е. Перемещаем. Си бемоль мажор. Б пишется. Еще один аккорд, это будет ля бемоль мажор. То есть через лад. Четвертый лад. Верхняя посадка ля бемоль мажор. И будет еще один аккорд F, M. Фа минор. Ребята, постарались, ребята. Макс Фадеев постарался и понадобавили различных аккордов, ребята. Получается, раз, до минор, ми бемоль мажор, два, соль минор, три, си бемоль мажор, четыре, ля бемоль мажор, пять, и аккорд FM, шесть. Шесть аккордов, ребята, в этой песне. Оба-на! Для попсовой песни очень даже странно, да? По сути, там же клубняк.
Что играть? Приходится самому придумывать различные партии. Играя, кстати, как в оригинале, вот такой вот перебор. Поближе к грифу, то есть дергаю на аккорде CM. Бас, третью и вторую, и снова третью струну. Потом жду, пока тянется, и беру следующий аккорд. Давайте посмотрим данный перебор и сразу посмотрим куплет, с чего он начинается. Там аккорды CM, ми бемоль мажор, GM и си бемоль мажор. Первая часть куплета играется такими аккордами. Запомнили? То есть CM, ми бемоль мажор, аккорд соль минор, аккорд си бемоль мажор. И везде дергаю бас 3, 2, 3. Да? Очень просто. И поете. На расстоянии я не увижу, но я пытаюсь все изменить. Где-то ответы, но задыхаюсь. Нашу любовь мне не переплыть. И все. Пошла вторая часть куплета. Аккорд FM. Аккорд до минор, CM, аккорд си бемоль мажор и аккорд ля бемоль мажор. И еще один раз по кругу. Здесь я меняю перебор, чтобы разнообразие было. Дергаю бас, 3-2, 3-1. Пауза опять. То есть на аккорде FM у нас бас — это шестая струна. Еще можно добавить в конце 2-3, то есть 2-3, аккорд CM, 5-я, 3-я, 2-я, 3-я, 1-я, 2-3. Следующий аккорд си бемоль мажор, 6-я, 3-я, 2-я, 3-я, 1-я, 2-3, аккорд ля бемоль мажор, 6-я, 3-я, 2-я, 3-я, 1-я. Еще раз по кругу проходим и в конце уже не идем на аккорд ля бемоль мажор, а останавливаемся на аккорде си бемоль мажор. Просто проводку вниз сделаем. Давайте все это соединим и красивенько споем. Поехали. Следите, какой бас я дергаю. То есть, если нижняя посадка, то есть, если аккорд с нижней посадкой, то дергаем пятую струну, как я вас учил. Если верхняя посадка, значит шестую струну. Все просто. Поехали. На расстоянии я не увижу, но я пытаюсь все изменить. Где-то ответы, но задыхаюсь. Нашу любовь мне не переплыть. Еще один день я не закричала на рассвете, что нет тебя. Но еще один день я знаю причалы. То есть сыграли 6-3-2-3-1-2-3 и провели вниз. Дальше отпускаем, пауза. И два удара по блокированным струнам. Вот. Просто ударили и пошел припев, ребята. Уже третий порядок аккордов у нас. В припеве аккорды те же. Какие? Те же. До минор. Аккорд ми бемоль мажор. Аккорд ля бемоль мажор. И аккорд си бемоль мажор. Порядок поменялся. Си бемоль мажор. Хотел сказать. Итого получается. Это клубный бой, ребята. Но его мы чуть-чуть можем изменить, облегчить, потому что вы многие там говорите, что у вас не получается данный бой совмещать с вокалом. Сейчас посмотрим. Аккорд до минор, делаем удары вниз, вверх хлопок. Хлопок — это вот когда пальцами вниз так спускаемся и блокируем струны. Так, резко. Итого. Еще один удар сразу же. То есть вниз, вверх хлопок, вниз, вверх хлопок. Вот так можете сыграть, будет намного проще. Вниз, вверх, хлопок, вниз, вверх, хлопок. Вторую часть спокойно играйте. Еще раз повторим аккорд CM. Вниз, вверх, хлопок, вниз, вверх, хлопок.
хлопок, аккорд ми бемоль мажор. Вниз, вверх, хлопок, вниз, вверх, хлопок. Аккорд ля бемоль мажор. Вниз, вверх, хлопок, вниз, вверх, хлопок. Аккорд си бемоль мажор. То есть запоминайте. Медленно. Песня такая медленная, поэтому у вас есть шанс разучить данный бой и спокойно вот играть. А то в других песнях там крид. Этот бой играется там 100 км в час. Поехали, попробуем спеть. Надо же, да? Падали, падали звезды, может быть, может быть поздно, сломан. Заметили, не удержался и все-таки начал вставлять после этого боя в конце каждого аккорда удар вверх. Ну, хочется, ребят, хочется. То есть я вот так играл. То есть удар вверх перед переходом на следующий аккорд. Ну, хотя бы вставьте его, потому что можно еще больше разнообразить. Итого, вниз, вверх, хлопок, вниз, вверх, хлопок, вверх, аккорд ми бемоль мажор. Вниз, вверх, хлопок, вниз, вверх, хлопок, вверх. Итого. Да-да-да, вы скажете, барре очень тяжело быстро менять, а еще перед ним делать удар вверх. Ну, можете убрать, ребята, можете убрать и уже петь. А вот как я играю. Следите за движениями. То есть те же движения, просто чуть-чуть обогатил. То есть вниз, вверх, хлопок, вниз, вверх, вверх, хлопок, вверх, вниз, вверх. Вниз, вверх, хлопок, вниз, вверх, вверх, хлопок, вверх, вниз, вверх. Вниз, вверх, хлопок, вниз, вверх, вверх, хлопок, вверх, вниз, вверх. Вверх, вверх, хлопок, вверх, вниз, вверх. Можете сыграть, у кого получается. Когда допиваем, дальше начинается вокалист «Моя любовь». Тут уже опять меняется порядок аккордов, четвертый порядок. Аккорд такой же спуск, как в песне «Жуки-батарейка». То есть до минор, си бемоль мажор, ля бемоль мажор и соль минор. Просто здесь не мажор, а без фака. То есть можете цм взять здесь даже на восьмом ладу, сыграть. Такой же спуск, как в песне «Жуки-батарейка». То есть «Моя любовь». «Моя любовь». И все, дальше пошел второй куплет. Давайте приступим. Его я играл таким вот образом. Больно сильно начал дергать струны. В общем, такой же перебор, просто уже ритм-то идет уже, все, песня развивается. Делаем, дергаем бас. 3, 2, 3, хлопок. 1, 2, 3, еще раз. Хлопок вот кулачком. Аккорд ми бемоль мажор. Следующий аккорд соль минор. Бас 3, 2, 3, хлопок 1, 2, 3. Аккорд ББ 6, 3, 2, 3.
три, хлопок, один, два, три, и поете. И без касания я все услышу. Можно мне вечность столько любить. Рядом с тобою я всегда тише. Я так хотела все повторить. Дальше вторая часть куплета, его играю так. То есть ритм, удар, прием тамбуру, бьем по басовым струнам большим пальцем, потом безымянным пальцем по корпусу под реки бьем. То есть бам, па-пам, па-пам, па-па-па. Долго сидим на первом ударе. Да, аккорд ББ. Еще одна ночь, и я просто молчала на закате, тебя любя. В общем, довольно сложный прием сочетать и петь, но вы постарайтесь, и все будет отлично. Заканчиваем на аккорде ББ. Падали, падали к звездам, может быть, может быть. Дальше прием ПМ, palm mute, то есть опять блокируем струны и по басовым струнам херачим. Падали, падали к звездам, может быть, поздно сломано, сломано к тебе. Моя любовь, надо ли, это прячется, прячется где-то, сломано, сломано к тебе. Моя любовь, надо... Ну и продолжайте. Вторая часть играется... То есть просто удар делаете, ребром вот бьете и, конечно же, указательным пальцем. Потом по басовым струнам. Сначала по всем струнам, указательным пальцем. И при этом еще вот, вот так ударяете. Потом бас вторым. Очень люблю этот прием. Понятно? По всем струнам с ударом по деке и потом бас. Классный. И все, потом за вторым разом припев играете таким же боем, который я уже показал. Ребята, думали, что я вас так легко брошу и уйду, да? Нет. Давайте посмотрим, какие же аккорды будут без барре в этой песне. Для того, чтобы сыграть эту песню без барре, легко и без напряга, нужно с тональности CM перетранспонироваться в тональность AM, ля минор, самая распространенная тональность. Какие аккорды в куплете? Аккорд AM, аккорд C, аккорд EM, аккорд G. И все поете, перебор такой же. На расстоянии я не увижу, но я пытаюсь все изменить. Где-то ответы, но задыхаюсь. Нашу любовь мне не переплыть. Вторая часть куплета играется на аккорде ДМ, аккорд АМ, аккорд G, аккорд F. Да, молодцы! И дальше припев пошел. Припев такой вот. Аккорд АМ, аккорд С, аккорд F и аккорд G. Раиль, опять-то аккорд F. Это же барре, а ты обещал без барре. Ребята, ну хотя бы аккорд F научитесь уже брать. Пожалуйста, потому что среди всех простых аккордов он единственный барре, и он нам нужен, ребята, нам нужен. Научиться пора. Если не можете, берите вот так. То есть первую и вторую струну зажимаем на первом ладу, а все остальное также обычно. То есть четвертая струна на третьем ладу, третья струна на втором ладу, аккорд F такой мини. И играйте. Припев тоже. Поехали. Падали, падали звезды, может быть, поздно сломано, сломано к тебе. Моя любовь, надо ли, это прячется, прячется где-то, сломано, сломано к тебе. Моя любовь.
Ребята, вот на этом и закругляем наш разбор. Спасибо всем, кто досмотрел данный разбор до конца. Вы вообще молодцы, самые крутые гитаристы будущие. А кто не досмотрел, им вообще пофиг, я думаю. Главное, кто меня впервые смотрел, не забывайте подписываться на мой музыкальный блог. Будут вот такие разборы, вот такие вот, ребята. Все готовится, все снимается, все на полном ходу. С вами был Раиль. Не забывайте комментировать, ставить лайки. И до скорых встреч. Пока.